приехала в салон к Ольге, к парикмахеру. И сегодня она будет делать из меня красотку. Мы решили поменять цвет волос. Блондинку будем делать. Ну не знаю, ну не блондинку, наверное, но посветлее что-нибудь сделаем. Сейчас посмотрим, что получится. Так что следите за нами. Подготовка идет полным ходом. Вот такая красотка. Ты мне в кадр не попадаешь, не боись. И заколочки, воротничок, пенюарчик. Ну, я готова. Это мы делаем смывку. Хочешь что-нибудь нам рассказать? Хочешь нам что-нибудь рассказать про смывку? Нет. Ничего не хочешь? Ну что рассказывать? Будем смотреть, насколько будет выходить пигмент из волос. А там мы уже решим блондинкой. Она сегодня. А может и рыженькой? Или рыженькой. В общем, ждите результата. Да, сейчас психаную в красной покрашусь. Тоже хорошо будет. Ну? Под лицушкой горит, сосёк лицо. Во-во. Главное мужа порадовать. Ходила я когда-то рыжая, но Олегу рыжие не нравится, он прям бесится. Рыжие, красные. Ну, надо иногда мужчин шокировать. Да, я не знаю, как правильно сформулировать. Ну. Нам самим прям очень интересно, что получится. Да, я прям вообще... Мне интересно, до какой степени они подсмоются. Саша, они даже на тон не смоются. Да не, на тон-то точно. Ну ты что-то вообще, что за пессимизм? Избавляемся от черного цвета. Надоел. Все, нанесли мне смеську. Сижу, жду результата. Сейчас посмотрим, как смоется с первого раза все это дело. Да, может и несколько раз придется делать. В общем, будем смотреть по результату. Красота. Красота. Рыжая детка. Конфетка. Конфетка. Я буду конфеткой. У нас промежуточный этап. Вот закончилась наша смывка. Смотрите, до какого цвета, до рыженького у меня все смылось. Самое главное, краска смылась у нас равномерно. Ну, на корни не смотрите. Рыженький цветик. Не знаю, мне нравится рыжий. Олег рыжий не любит, но не знаю. Сейчас сделаем красоту. Приеду домой, буду мужа шокировать. Я ему вообще сказала, говорю, я поехала корни в черный цвет подкрашивать. Да. Да. А то он там лежит, болеет, а я такая красивая, хоп, приеду. Может, он от шока и выздоровеет. Сразу глаза такие, слушай, ярко-голубые прям смотрятся. Круто. В общем, мы решили назад перекрасить меня в черный, потому что что-то я так подумала, мне жалко стало мужа. Ему рыжие не очень нравятся девушки. Думаю, назад в черный покрашусь. Оля от меня тут в шоке сидит, говорит, только вывели цвет, сейчас, говорит, опять в черный мазаться. Так что вот так вот. Все, нанесли краску черную. Видите, черная. Косулька у меня. В общем, скоро я вернусь опять в свой цвет. Неудачные опыты. Все, мы смыли краску. Сейчас мне Оля сделает легкую стрижечку. Пройдется по моей старой стрижке. И будем сушить волосы. Ой, как я довольна. Наконец-то я ушла от черного цвета. И этот план вынашивала года два. Вообще круто. Я довольна. Спасибо тебе, Олечка, за красоту. Пожалуйста. Ой, круто, круто, круто. Круто. Я снова цветом волос со своим. Мне так нравится. Наконец-то посвежее хоть выглядеть стало. Я иду сейчас на трамвай. Доеду до Олега до работы. И оттуда мы уже поедем домой. Интересно, что Олег скажет на мой новый цвет волос, потому что я ему сказала, что иду красить корни в черный цвет. Сейчас посмотрим, как он отреагирует. Еду в трамвай.
На улице очень холодно. Приехала до Олега. Привет, милый. Привет. Как ты себя чувствуешь? Пойдет. Все, Олежка меня забрал, едем. Домой. Даже не заметил, как я покрасилась. Рыжая какая-то. Да. Классно? Ладно, домой приедем, посмотришь. Рыжулька. Мне очень нравится. Всем привет! На улице уже у нас вечер, и мы с Викой сейчас поедем в кино. Нас Олег отпустил, сказал, говорит, я никуда не хочу, буду лежать на диване дома, а вы, говорит, езжайте в кино, развлекайтесь. Так что Вика уже за мной приехала, и мы сейчас едем, будем смотреть, не знаю, какой фильм. В общем, сейчас приедем и выберем на месте. Где там моя Викулька? Где же она приехала? Так-с. Та-дам! Викулька. Молодец! Подъезжаем к Алмазу. Едем с Викулькой. У нас с Викой сегодня годовщина 15 лет дружбы. Да, ровно 15 лет назад мы с ней познакомились и начали дружить. Да, мне все спрашивают, откуда вы так точно знаете? Я говорю, потому что мы тогда первый раз сыграли в КВН. Да, познакомились на игре. Это мы в школе, да, мы как раз участвовали в школьной команде КВН. И мы там познакомились, и что-то нам так весело стало, и мы как бы задружили. Да? Да. Да. Поэтому... Классно было, мне кажется, так недавно было. Да вообще, блин, такие уже старые, 15 лет. Тут этот был юбилей КВН, 55 лет. Я думаю, мне казалось, вот мы 40 отмечали. Да, мы на снежные байраки ходили с Олегом. Вот так вот. А раньше с тобой, помнишь, ходили на снежные байраки? Да, всегда. Помню. Весело было. Классно. Эх, молодость, молодость. Ладно, едем отмечать в кино. Все, мы приехали. Припарковались, место как раз возле входа было. Кстати, напишите в комментариях, как вам мой рыжий цвет волос. Идет ли мне? Я еще посветлее хочу потом покраситься в следующий раз. Так пока такая рыжая хожу. Все, мы пошли. Купим сейчас билеты и, я думаю, сходим, наверное, кофе попьем. Да, Викуль? Я говорю, сейчас билеты купим и, думаю, наверное, кофе да, сходим попьем, потому что время еще есть у нас в запасе. Такие... Любовная любовь. Наконец-то без мужиков. Без представителей. Без детей. Без детей, без мужиков. Все, поднимаемся. Ай, хорошо так. О, елочку поставили, я даже не видела, такая красивая. Ты на фоне елочки у меня тут. Круто. Елка, елка, елка. Смотрите, какая красивая тут елочка. О, большая такая, огромная. Шапка. Да, наверху шапочка где-то. Классная елка. Где петух? А? Где петух? Нету петуха. Идем, а тут тоже, смотрите, какая елочка красивая. Уже в красных тонах, возле Прэтти Бетти. А мы идем выбирать фильм. Мы взяли билеты на фантастические твари. В общем, мы фанаты Гарри Поттера, будем смотреть фантастические твари. Мне кажется, прикольный, да, должен быть фильм? Я думаю, да. Вот, у нас где-то в запасе минут 20 есть. Мы решили быстренько попить кофейку. Да? Да. Да. Все, идем пить кофе. Вика такой скромненький. Кофеечек себе взяла, эспрессо. И я такой бадью себе, короче. Это кстати, ничего. Вкусненько, мне тоже вкусно. Хочешь попробовать? Да. Пробуй. Вкусняшечка. Приятненько. Мне нравится еще добавлять всякие сиропы. Да-да-да, я тоже люблю сиропчиками. Это мне нравится, в этом мы с тобой брали на Спиридонове, помнишь тогда это? Угу. Вот там вкусное было кофе. Со всякими с орешками. Такой вот зал небольшой тут. С Викой уже сидим. Ждем, в общем, начала. Реклама началась. Представляете, что выходим? Выходим с Викой из кино. И кого мы тут встретили? Лёву, маму. Лёшу. У нас 15 лет. Лёшу, Алису, Юлю всех встретили. Привет. Все, они уже домой поехали. А мы с Викой еще гуляем. Еще гуляем пока. Представляете, да, случайно встретились. Вообще. Все, пока-пока. В общем,
Посмотрели мы фантастических тварей, вроде ничего, фильм. Но уж сильно затянут. Так-то он нам понравился, да? Да, неплохой. Нет, понравился. Да, очень сильно затянуто, прям очень. Немножко фантастики, немножко мелодрамы. Да, ну такое прям такой Гарри Поттер Гарри Поттером. Да? Похож? Да, да, да. Вот. Ну все, мы поехали домой. Нас ждет Виталина. Так, давай садись быстро на трон, я тебя сниму. Нас ждет дома уже Виталинка, нужно ехать домой, Олег меня ждет. Девочка маленькая. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Каёчка у них. Все, погнали. Погнали домой.